Привет, меня зовут Юля, а это туториал на полную хореографию Xin Keeping the Fire. В этом видео я буду разбирать предпрепев, первый куплет, второй куплет и постпрепев. В этом видео я не буду разбирать припев хореографии, так как такой туториал уже есть на моем канале. Если вы еще не ознакомились с ним, я советую вам сначала посмотреть его, а затем вернуться сюда и продолжить изучать хореографию. Я напоминаю, что, как и всегда, мои туториалы являются зеркальными, а это значит, что ваша правая ручка находится здесь, ваша левая ручка находится здесь, и вы смотрите на меня, как на свое отражение в зеркале. Если в процессе этого туториала у вас что-то будет не получаться, не расстраивайтесь, потому что вы всегда можете отмотать это видео назад, посмотреть его еще раз, либо поставить скорость пониже в настройках. Всем успехов, ну а мы начинаем! Перед первым припевом есть небольшое вступление, а именно партия новой, с нее мы и начнем. Мы встаем на нашу правую ногу, левую отставляем в сторону и ставим ее на носок. Вес тела у нас переносится полностью на правую ногу. Мы отворачиваем голову и смотрим в правую сторону. Перед словом «фая» мы поворачиваем голову на зрителя и, начиная со слова «фая», делаем два шага вперед, начиная с левой ноги. Раз, два. Еще раз. Раз, два. После этого нам нужно будет сделать шаг назад, перенести вес тела на заднюю ногу, то есть переднюю мы можем оторвать, и руки ставим перед собой. Они у нас в крестике. Затем правую ногу мы подставляем к левой. Руки через низ прокручиваем и ставим вверх. То есть они у нас стоят в таком положении. Мы их сначала поднимаем вверх, прокручиваем через низ и снова выставляем. Поднимаем вверх. Повернули голову. Раз, два и три. Из такого положения нам нужно снова шагнуть на левую ногу назад, руки поставить перед лицом, таким образом, чтобы они образовывали окошко. И нам нужно будет сделать волну сначала вниз, потом наверх. То есть мы делаем волну вниз, делаем волну наверх. Если смотреть вбок, мы сначала опускаем голову, затем плечи, грудь, бедра и в обратную сторону. Бедра, грудь, плечи, голова. Руки у нас по-прежнему остаются в таком положении. Раз, два, три. Раз, два, три. Еще раз сначала. Поворачиваем голову. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. После того, как мы закончили нашу волну, руки у нас стоят в таком положении, мы выпрямляем их, показываем пальчиками в центр. Делаем раз, два. Два раза вниз. При этом наша голова тоже кивает, и грудью мы работаем. То есть мы ее надуваем, сдуваем, надуваем, сдуваем. И колени тоже немножко сгибаются в этот момент. Раз, два. Поворачиваем голову. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два. Три, четыре, раз, два. После того, как мы сделали последнее движение, мы ставим ноги вместе и, начиная с левой руки, собираем в кулак, подтягиваем. Правую собираем в кулак, подтягиваем. Затем ставим ладошку и, как в припеве, делаем огонек. То есть мы стояли вот так, подставляем ногу. Раз, два, три. Затем у нас начинается припев. Припев мы оставляем без изменений, кроме последнего движения. Мы закончили на этом. И в туториале мы делали вторую волну. Вместо второй волны мы берем нашу правую руку. Сначала сгибаем ее, стоим на левой ноге. Выпрямляем руку, переходим на правую ногу. Переходим снова на левую, поднимаем руку вверх. И делаем огонек. Повторим с самого начала. Поворачиваем голову. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре. Начинаем припев. Раз, два, три и четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь, раз, два, три и четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре. На этом заканчивается первая часть. В
Второй куплет начинается с партии эша. Мы закончили этим движением. Выбрасываем руки в сторону. Затем делаем шаг, выбрасываем правую руку вперед. Шаг делаем левой ногой. Встаем на две ноги, палец вытягиваем вперед. Палец мы опускаем и в это время садимся на правое бедро. Таким образом. Раз. Затем нам нужно будет палец провернуть по кругу. И наши бедра тоже делают полукруг, получается. То есть мы стоим на правой ноге, поднимаемся вверх на прямых ногах, садимся снова на левую. То есть мы стояли на двух ногах, опустились. Раз. Раз. Два. Три. И четыре. Когда мы закончили это движение, нам нужно будет подставить правую ногу, руки сбросить и поднять вверх. Закончили. Раз. И. Затем мы отставляем правую ногу на носочек. Руки пальцами выставляем в стороны. После этого руки круговыми движениями. Левая идет на пояс, а правая идет на плечо. То есть раз, два. И мы стояли как бы немножко выше, спускаемся ниже. На левое бедро. Раз, два. Затем нам нужно будет ногами подняться. То есть мы выпрямляем левое колено, а плечом толкаем вперед. Таким образом. И палец немножко тоже указывает вперед. Еще раз сначала. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два. Когда мы закончили это движение, нам нужно руки поставить вверх. Кстати, на обе прямые ноги, затем поднести левую к правой и руки сбросить. Раз, два. Затем мы берем нашу левую руку, прокручиваем ей, прокручиваем правой. И бедра у нас меняются. Раз, два. То есть мы переступаем на правую ногу, затем на левую. Раз, два. Затем бросаем руку вперед и вместе с ней делаем шаг левой ногой. Раз, два, три. Затем мы ставим левую руку на пояс, правую ногу подставляем и проводим по губам. Получается раз, два, три, четыре. Затем нам нужно поставить правую ногу, выставить вперед левую и руки, сложив вот так, протянуть. То есть как будто мы подтягиваемся. Закончили вот таким движением. И раз. Сначала мы встаем на правую ногу, затем на левую. Раз. Затем мы ставим правую ногу в сторону. Левую руку кладем на плечо. Правой указываем и поднимаем руку. То есть и раз, и два. Затем мы опускаемся на левое бедро. Руки у нас стоят в стороны. Нам нужно будет снова сделать полукруг на другую ногу. И при этом у нас работают плечи. То есть и раз. Еще раз с самого начала. Раз, два, три, четыре, пять и шесть, семь, восемь. Раз, два и три, четыре и пять и шесть и семь и восемь. На этом закончилась партия эши, и мы переходим к партии нова. Партия нова начинается с шагов. Начинаем с правой ноги. Раз, два, три, четыре. То есть три шага мы просто делаем вперед, и на последнем четвертом подставляем ногу. Раз, два, три, четыре. Руки у нас сначала вдоль туловища. Раз, два. Затем мы ставим левую руку на пояс, правую поднимаем вверх. При этом не просто дергаем ее вверх, а прокручиваем у плеча и выпрямляем. Раз, два, три, четыре. Затем нам нужно будет сделать четыре шага. Правой ногой в сторону, левой ногой в сторону. Затем правую в середину, левую в середину. Получается четыре мелких шага. Раз, два, три, четыре. Руки при этом у нас ходят из стороны в сторону. Раз и два и. На последнем счете мы отставляем правую руку в сторону больше, чем до этого, и голову наклоняем.
Раз, два, три, четыре, пять, и шесть, и семь. Затем правую руку из этого положения мы вытягиваем, левую ставим на пояс, переходим на левое бедро, затем на правое и снова на левое. А рукой делаем раз и два. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, и шесть, и семь. Раз, два, три. Затем мы опускаемся на левое бедро, руку ставим вперед, прокручиваем ее. Затем нам нужно поставить правую ногу назад, левую вперед, подтянуть руку к себе, как будто мы хотим что-то громко сказать, и прокрутить голову. При этом бедра тоже немножко идут по кругу вместе с головой. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, и шесть, и семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, и семь, восемь. На этом заканчивается партия новой, и мы переходим к партии роа. Мы закончили вот в таком положении. Нам нужно правую ногу отставить в сторону, левую просто немножко переставить, чтобы они были на одном уровне. И мы левую руку ставим на пояс, правой рукой делаем замах. Раз. И при этом мы делаем подскок на правой ноге, левую поднимаем в воздух. То есть вместе это будет раз. Когда мы закончили это движение, мы разворачиваем туловище в противоположную сторону, вытягиваем руки вперед, я их держу в замочке, опускаемся на левое бедро, ставим руки на костяшки бедер. Затем нам нужно будет поднимать поочередно бедра. Эту ногу я держу на носке, чтобы удобнее было поднимать его. И руки у нас ходят вместе с бедрами. То есть раз, два, три и четыре. На последнем движении, когда у нас бедро в третий раз идет вниз, мы поднимаем руки вверх. Таким же способом, как мы поднимали в партии нова. Еще раз. Раз, два, три и четыре. Затем нам нужно встать на другую ногу. А этой ногой мы будем делать движение носочек-пятка, носочек-пятка. То есть начинаем с пятки, носочек, пятка, носочек. И таким образом передвигаем ее в эту сторону, в центр. Раз, и, два, и. А руки у нас в это время идут таким образом. Раз, два. То есть сначала мы их отставляем в стороны, затем опускаем вниз. И раз, и два. Затем мы делаем поворот. Начинается партия Ари. У нас правая нога стоит спереди, поэтому мы делаем шаг на левую ногу, руки отставляем в стороны. Как мы делали это на партии Эши, только немножко ниже. И затем снова делаем шаг вперед, руку к камере. И вместе это будет выглядеть так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8. Затем снова начинается партия Эши. На ней мы должны опуститься вниз на левое колено. И руки мы поднимаем вверх вот таким образом. То есть раз, два. Затем мы руки перекручиваем. То есть они у нас стояли друг против друга, смотрели. Мы их поворачиваем сначала вот так, крест-накрест. Затем ладошками навстречу друг другу. И снова крест-накрест. Раз, два. В момент, когда мы поворачиваем руки, мы перемещаемся на другое колено. Раз. Руки опускаем вниз, проводим ими вдоль лица. Затем мы снова ставим ладошку, делаем по ней огонек, опускаем руку правую ровно вниз и хлопаем по ней четыре раза. Раз, два, три, четыре. То есть начинаем мы снизу руки и поднимаемся выше. И при этом встаем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. После того, как мы встали, нам нужно отбросить левую руку в сторону, правой провести под лицом. То есть раз, два. И затем мы будем делать четыре прыжка на правой ноге, а левую отставлять в сторону и медленно подтягивать ее. То есть
Раз, два, три, четыре. То есть правую у нас просто прыгает в данном месте, а левую мы отставляем, подтягиваем, отставляем, подтягиваем. Раз, два, три, четыре. А руками при прыжках мы делаем сначала руки вверх, затем за голову. Сначала локти смотрят в центр, потом мы их раскрываем на прыжке. Затем вдоль груди. И последний мы подзываем к себе. Раз, два, три, четыре. Затем с такого положения мы встаем на левую ногу. Левой рукой как будто загребаем что-то. И затем загребаем правую. При этом переходим с одного бедра на другое. Раз, два. И головой смотрим в ту сторону, в какой стороне крутим рукой. Раз, два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Затем нам нужно будет выйти немного вперед. А руками мы по кругу крутим вот так. То есть кисть просто поворачивается по кругу, и в это время руки опускаются. Раз, два. Затем мы встаем боком, опираемся на левую ногу. Руку левую ставим на колено или чуть повыше, как вам удобнее. Я ставлю бедра и делаем круг назад. При этом головой смотрим тоже назад. Раз. Затем выпрямляемся, руки складываем на груди и делаем волну вниз. Раз, два, три и четыре, пять и шесть. И затем мы сгибаемся вниз на согнутые колени. Руку снова ставим одну на ногу. И с этой стороны мы снова делаем круг, только теперь уже не в эту сторону, а в обратную, то есть снизу вверх. С этого момента у нас начинается партия чио. Раз, два. Затем нам нужно будет повернуться и сделать прыжок. Мы разворачиваемся спиной, подтягиваем ноги. И когда разворачиваемся, ноги снова ставим в сторону. То есть мы закончили в таком положении. Раз, два. Руками при этом мы делаем бросок. То есть как мы делали вот это, только двумя руками одновременно. Собрали, подтянули. Раз и два. Затем нам нужно будет просто сделать два шага назад. Раз, два. И руками делаем. Раз, два. Просто два броска. Раз, два, три. Ставим ноги вместе. Левая рука у нас идет на пояс. Правую мы делаем. Раз, два, три. Мы будем прыгать на левой ноге, делать спинки правой ногой. То есть раз, два, три у нас будет на левой ноге, а правой ногой мы делаем раз, два, три. То есть сначала колено мы сгибаем, мы поднимаем ногу вверх, ногу опускаем, колено выпрямляем. Вместе это получится раз, два, три. И вместе с руками раз, два, три. Затем ногу, которая у нас в воздухе, мы отставляем в сторону и делаем круг вниз. Раз, два. То есть мы берем наше туловище, опускаем его и поднимаем. Рука у нас при этом левая идет вперед. Раз, два. То есть как будто мы собираемся коснуться пола. Раз, два. После того, как мы поднялись, нам нужно оторвать правую ногу, поставить ее обратно, руку левую выставить вперед, поставить ее в сторону и снова вперед. И при этом туловище мы отворачиваемся в противоположную сторону. Раз, два. Затем нашу правую ногу мы ставим назад, за левую. Руки опускаем вниз, затем правой снова шагаем вперед, руки поднимаем вверх. Раз, два. Затем мы опускаемся, сгибаем ноги, туловище опускаем вниз и руки в крестике ставим к правой ноге. Сначала мы их поднимаем к себе немножко, а затем вдоль туловища вниз. И в то время, как мы руки вдоль туловища проводим вниз, мы отрываем заднюю ногу. То есть раз, два. Затем мы встаем на обе ноги, одну руку ставим перед грудью левую и правой делаем вот такое движение. То есть мы поднимаем ее вверх, опускаем вниз. Поднимаем вверх, опускаем вниз. И наше правое бедро идет вверх-вниз тоже. То есть, когда рука вверху, бедро внизу. Когда рука опускается, бедро поднимается. Раз, два. Затем руку ставим, прокручиваем ее. И правой рукой нашей опускаем вниз по ней. То есть, раз,
как будто у нас пламя поднимается вверх. Давайте повторим это еще раз партии чил. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять и шесть, семь, восемь. Раз и два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Затем начинается припев. Раз, два, три и четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три и четыре, пять, шесть, семь, восемь. И заканчиваем его так же, как в туториале. То есть снова делаем волну в другую сторону. Семь, восемь. После этого мы выбрасываем руку вперед. Вместе с этим делаем шаг. Поворачиваемся вокруг себя. Встаем на левую ногу, правую ногу ставим на носок, руки кладем на бедра и отклоняемся. То есть мы закончили. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два. На этом заканчивается первый куплет. Мы переходим ко второму куплету. Он начинается с партии чил. Мы опускаемся на наше правое бедро и делаем это прыжком. Раз. Затем прыжком переходим на левое бедро и взъерошиваем свои волосы. То есть раз, два. Затем мы делаем несколько шагов вперед, ставим ноги на ширине плеч, ставим одну руку на пояс, опускаемся на левое бедро и рукой как бы отталкиваем голову. То есть еще раз. Раз, два, три и четыре, пять. Затем мы ставим правую ногу назад, левую вперед, руки ставим локтями в стороны. И сначала в одну сторону наклоняемся, затем в другую. Раз, два, три и четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз. Затем начинается партия руа. Ставим ноги на ширину плеч, берем нашу правую руку, сгибаем ее в локте. Мы ее сначала поднимаем, затем опускаем. Затем левую также поднимаем, опускаем. Образовывается крестик. Мы его тоже поднимаем и опускаем. А при этом мы будем работать грудной клеткой. То есть сначала мы ее сдуваем, надуваем, сдуваем, надуваем. И получается, когда мы поднимаем вверх, мы грудную клетку надуваем, когда опускаем, сдуваем. Вот. Раз, два, три. Затем мы выпрямляем руки, кладем их как будто на парте, только ладошками друг друга накрываем. Затем мы будем делать с бедрами. Раз, два, три, четыре. То есть сначала в правую сторону, в середину, в левую, вверх. А руками будем делать. Раз, два, три, четыре. То есть, когда мы опускаемся на правое бедро, мы опускаем вот так руки. Затем в середину опускаем их вниз. А левую поднимаем вверх и выпрямляем. Раз, и два, и. После чего нам нужно будет поставить правую ногу назад, левую вперед. Мы делаем раз, два. То есть мы идем сначала вверх, сдуваемся вниз. И руки идут вместе с грудной клеткой. Раз, два. А затем мы делаем то же самое, только руки у нас идут таким образом. Правую идут обе руки, и они как бы очерчивают линии на теле. Раз, два. Еще раз вместе с предыдущим движением. Раз, два, три, четыре. Затем мы должны развернуться и сделать знак «щ». Там прям будет такая строчка в песне. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. После этого у нас начинается партия «новы». Для этого мы ставим лицом вперед, опускаемся вниз. Нам нужно будет сделать раз и два. И при этом мы отрываем правую ногу. Раз и два. То есть мы стоим в таком положении. Раз и два. Затем мы ставим ноги на ширине плеч и делаем волну в левую сторону. Раз, два. При этом наши колени смотрят в разные стороны. И раз, два. И при этом руками мы делаем загребающее движение. Раз, два. Затем мы делаем поворот, выбрасываем левую руку, и нам нужно будет начать шаги назад. Раз, два. Раз, два, три. То есть мы начинаем с правой ноги, выступаем на нее. Раз, два, три.
Затем мы выставляем руку в сторону, это у нас на бедре, вверх. И когда мы проводим ее за головой, мы опускаемся вниз. Раз и два. И здесь выбрасываем левую руку. Затем у нас начинается партия арии. Она будет выглядеть следующим образом. Раз, два, три, четыре. То есть сначала мы бедро отводим в правую сторону, поднимаем левую ногу, затем в левую сторону, правую ногу. И руки делают круг вверх, круг вперед. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Затем мы опускаемся на обе ноги, приседаем, под голову подставляем руку и сначала поднимаем левое бедро один раз, а затем правое два раза. То есть раз, два, три. После чего у нас начинается партия эши. Мы ставим ноги вместе, поднимаем руки вверх, опускаем вниз, собираем лица, опускаем руки и снова делаем ши, только на этот раз медленнее, и опускаем голову в левую сторону. То есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. После чего у нас начинается партия ро. Для нее мы ставим такую позицию, что правая нога у нас стоит немножко дальше, чем левая. Мы поднимаем руки, при этом левая рука у нас идет чуть быстрее вверх, чем правая. Мы левую поднимаем полностью вверх, а левую сгибаем вот так к лицу, проводим. У нас левая идет за головой, а правая по груди вниз. После чего мы делаем раз, два, то есть такое же движение, как мы делали здесь, только на месте, и одна рука у нас идет снизу, а другая через верх. Раз, два, затем раз, два, то есть мы скрещиваем перед собой, расставляем. И у нас снова начинается движение раз, два, три. Вместо последнего подзывания мы делаем руки вдоль туловища. Раз, два, три, четыре. И у нас повторяются те же движения, что и до этого. Раз, два, три, четыре, пять. И на этом у нас заканчивается второй куплет. Переход от второго к третьему куплету отличается от предыдущего лишь тем, что когда мы делаем вот это движение, сначала мы делаем его на месте, то есть ноги у нас стоят вместе, а затем еще раз, но уже отставляя ногу. И при этом голова у нас, туловище тоже отклоняется назад. То есть мы пришли с этого движения, сделали на месте и раз. После чего мы подтягиваем ногу к себе, и руки тоже у нас идут, скрещиваются перед собой. Руки расставляем, а ногами перешагиваем с ноги на ногу. То есть раз, два, три и четыре. То есть руки у нас были здесь, мы их прокручиваем и спускаем. Раз, два, три и четыре. Затем разворачиваемся. И разворачиваемся не полностью лицом, а левой стороной. При этом раз правая нога стоит сзади. Мы опускаемся вниз, левую руку выпрямляем, кладем по ней правой рукой, затем поднимаем правую руку вверх. И вместе с этим мы делаем маленькие шаги. Раз, два, три, четыре. То есть по два шага на каждую руку. Раз, два, три, четыре, пять и шесть, семь, восемь, раз, два. Затем мы встаем лицом, правой рукой делаем замах и делаем разворот в другую сторону. То есть замах у нас идет в левую сторону, а мы поворачиваемся вправо. Для поворота нам нужно будет расставить ноги в стороны, руки поставить на груди и сделать волну туловища. После чего мы будем опускаться вниз. Раз, два. Таким образом, что у нас колени идут в центр. И делайте это аккуратно, чтобы не повредить свои колени. Раз, два, три. После чего руками мы будем делать вот такое движение. Раз, два. То есть мы начинаем снизу. У нас левая рука идет вверх. Они перемещаются по кругу. Левая рука у нас за спиной, правая у лица. И в этот момент мы будем опускаться вот в такое положение. То есть мы сидели на двух ногах, теперь мы вот эту ногу перемещаем назад и садимся на одну сторону. То есть раз, два. Затем мы выбрасываем правую руку в сторону, головой немножко от
и отклоняем немножко голову. После чего ставим обе руки за спиной и поворачиваемся. То есть у нас ноги были вот так, одна сверху, другая снизу, та, которая сверху, идет первая. После чего идет вторая, закрываются, и вы разворачиваетесь. Затем встаем на одно колено, делаем огонечек, на второе колено огонечек и поднимаемся. Попробуем еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три и четыре. После чего у нас начинается финальный припев. Начинается он так же, как и обычный. Раз, два, три и четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. После чего у нас начнутся отличия. Сначала мы делаем так же, как и в первом, а затем руки идут вверх и складываются над головой. И также с прыжком. Раз, два, три, четыре. После чего мы ставим одну руку на плечо, вторую руку на плечо, потом левую руку на бедро и откидываем. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. И раз, два, три, четыре. Мы сделаем такие же волны, как и до этого. Три, четыре. После чего переносим вес на правую ногу, стоим и делаем огонечек. На этом у меня все. Спасибо, что посмотрели этот туториал до конца. Пожалуйста, не забудьте поделиться в комментариях своими впечатлениями, а также написать, какой еще, возможно, туториал вы хотели бы увидеть на моем канале. И всем пока-пока!